Ульяновская область как плодородная почва для развития IT-сектора. Свидетельство тому – цифры и статистика. Сегодня 250 ульяновских компаний прочно закрепили себя на рынке информационных технологий. А их успешные плоды отражены в итогах престижного общероссийского рейтинга исследования Рунета Теглайн. По его результатам, которые подвели на минувшей неделе, 7 ульяновских IT-организаций попали в сотню лучших компаний страны по разработке мобильных приложений, а также созданию, развитию и поддержке сайтов. На самом деле, рейтинг Теглайн, он очень большое количество факторов учитывает. Это не только там, оборот или не только количество клиентов, это и количество сотрудников, и срок существования компании, опять тот же самый оборот компании, прирост оборота к предыдущему году. Это количество завершенных проектов, количество наград в течение года. Айтек Групп – компания 17-летней истории. За последние несколько лет фирма с 98-й позиции рейтинга поднялась на 20-е место, а дальше больше. С каждым годом организация взбиралась на ступень выше. Последние два года Айтек удерживает лидерские позиции в номинации Digital Production и занимает 5-ю строчку. У нас было произведено очень много внутренних изменений. Мы переформатировали все свое производство сайтов. Мы выделили отдельную новую компанию, которая теперь будет позиционироваться как софтверная компания. В нее мы перевели очень много специалистов, занимающихся высоконагруженными системами. Вот. И сейчас, на сегодняшний день, то есть, ну, мы считаем, что мы очень хорошо подготовили платформу, чтобы шагнуть дальше вперед уже там, в 2019 году, в 2020. У нас для этого есть все шансы. Далеко вперед шагнула еще одна ульяновская компания, занимающаяся разработкой информационного контента для девайсов. В той же номинации Mediasoft поднялась с 39 на 31 строчку. А в сфере мобильных разработок ребята участвовали впервые и сразу, по закону новичкам везет, заняли почетное 16 место. Тенденции у нас хорошие. То есть каждый год мы и штатом прирастаем немножко, и клиенты у нас становятся все более известные, проекты все более сложные, и, соответственно, рост нашей компании, где каждый год составляет 30-40% от предыдущего года. В компании трудится сотня специалистов по разработке программ, дизайну, организацию ивента. Большая часть – перспективные и амбициозные молодые люди. У меня был опыт работы не в IT-компании. Я могу сказать, что в IT-компании намного интереснее работать в том плане, что нет каких-то регламентов, то, что надо приходить обязательно к 8 или к 9 утра, отрабатывать 8 часов, звонок и домой. Тут приходишь в комфортное время, учитывая, что обстоятельства с твоей работой и так далее. И уходишь, когда ты доделал задачу. Девушка в этой профессии скорее исключение, чем правило, но и представительниц прекрасного пола, как оказалось, достаточно. Я знала, что IT – это перспективная область, плюс довольно-таки интересная и творческая, хотя, может быть, так и не показаться со стороны, что мы сидим и просто тыкаем по кнопочкам, но это очень интересно. Вот. Ну и постепенно в процессе обучения я нашла то, что мне стало ближе из всего многообразия нашей профессии. Попадание в топ лучших Теглайна – новые возможности для компании, как для самопрезентации, так и для привлечения в работу новых известных брендов. Укрепление позиций ульяновских фирм в рейтинге во многом связано с поддержкой со стороны местных властей. В области действуют налоговые льготы. Также в Ульяновске в единственном субъекте страны помогают и в покупке жилья для IT-специалистов. 150 тысяч на первый ипотечный взнос. Рената Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.